I think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня трэш. Мне Рома написал в телеге по поводу бездонатного зефира за выполнение определенных заданий. И я зашел, проверил, и реально это так, это работает. Поэтому у кого есть возможность, срочно залезайте, пока это не пофиксили. У вас будет возможность получить его, я не знаю, за сколько там времени, сколько надо будет. Сейчас я просто чекну, что есть на русском сервере. Есть такая вот тема — бесплатные самоцветы. Мне перед этим парень писал, что у него без доната каким-то образом на русском сервере, видите, тут очень мало. Ну, то есть это заработать возможность сам, и их засчитывают как донат. И на русском сервере этого мало, сейчас я посмотрю, тут даже по пакету накопления ничего такого интересного нету. А мы пойдем с вами на английский сервер. Вы, как обычно, влепили по лайку, и я сейчас вам покажу, каким образом это все работает, и что надо делать для этого, и как получить обалденнейшие плюхи без доната. Ну, я считаю, это вообще просто, это просто шикардос. В общем, английский сервер, вот мой твинг. У нас есть вот такой вот пак накопления, скины и, как видите, зефир вот есть. Зефир и 100 осколков лиса плюс эмблемы топовые. Ну, дальше это уже будет гон. Как видите, доната нет. То есть так, чтобы вы себе понимали, пакет накопления... Можете проверить на других серваках, у кого какой сервак играет, кто на каком, где есть накопление, именно накопление. То есть у нас 0600. Заходим сюда, нажимаем Free Games. Я просто на одной уже побегал, скачал, и сейчас покажу вам, как это все работает. Вот, посмотрите, сколько у меня заданий на английском сервере есть. Бери, не хочу. То есть это реально можно выполнять, смотреть, когда есть такие вот акции. Вот мы зайдем в игру, вот. А вот я вот с этой попробовал вот, получить. Смотрите, сколько разных плюх. Я просто вам зайду сейчас получить. Так, есть. Заходим. Заходим с вами в игру. Она у меня просто скачана уже на том аккаунте. Сейчас посмотрим, даст ли на этом. Ну, то есть мы сделаем с вами, по сути, продвижение. Сейчас я попробую поменять аккаунт. И даже лучше по-другому сделаем. Не знаю, или даст. Дала нам тот же этот. Сейчас мы сделаем по-другому. Сейчас я его удалю. Его еще его не так просто удалить. Ладно, давайте сделаем по-другому. Давайте выберем какое-то, значит, другое приложение. Там, где много самоцветов. Вот. Получить. Самое главное, чтобы оно дало на этот, потому что оно может дать по этому, по логину, на чем вы залогинили, на каком этом, на каком, на какой почте у вас сам Google Play. Ну, вроде должно быть дать это, сейчас посмотрим, перепроверим. Если нет, зайдем на мой английский сервер, там у меня есть, я вам покажу там. Самое главное, я вам покажу, каким образом это зарабатывается, в принципе, за скачивание приложений. Пару моментов. У меня на английском, по-моему, если я не ошибаюсь... Ай, случайно вышел. Там 78 гемов дали или сколько. Ну, то есть так задонатить тоже нельзя, потому что минимальные донаты у нас в игре совсем другие.
В общем, самое главное, поехали, посмотрим. Надо искать приложение, посмотреть. Вот на английском сервере это реально получить на халяву. Так, а что это? Что это за игруха космическая? Подсказка, улучшить корабль. Блин, оно еще и подвисает жестко. Ну, самое главное суть, что за выполнение вот этих вот заданий. Так, оно у нас попросило доступ. Хорошо, возьмем доступ, пусть будет. Ну, я создаю профиль, это прикрою, где почты. Ну, давай. Ну, вы можете поискать по играм другие варианты, просто там у меня уже игра. Разрешить. Попробуем сейчас просто с вами сделать. Так, отлично, дали доступ, активировать. Ну, выполняем полностью по подсказкам, я не буду даже читать. Активировать, тренировать, я просто выполняю подсказки, которые есть. Даже не читаю это все, и вы то же самое можете делать, не обязательно. Так, у нас уже второй левел. Сейчас попробуем подальше прокачать. Какая-то хрень. Фигня, а не игра, честно говоря. Ковчег собрать. Не знаю, как такое можно играть. Короче, делаем по максималке с вами. По максимуму, что можно. Короче, какая-то такая дичь. Куда мы с вами попали? Какие-то йети. Ладно, это не столь важно. Нам главное, чем побольше улучшить. Ну, требуется мостик третьего левела. Ну, то есть всякие ускорялки, випы, всякая фигня. Какие-то корпуса, блин, куда я попал? Так. Разработка новой планеты. Казарма, лаборатория, медцентр. Как сам этот корабль улучшить? Короче, улучшаем по подсказкам, а там будет дальше видно.
Я надеюсь, мы делаем то, что надо. Так, выходим с этого приложения. В принципе, мы его установили. Я надеюсь, все успешно. Заходим на обратно на английский сервер. И смотрим. Надеюсь, сюда плюхи придут. В общем, таким вот образом вы можете побегать по акциям, ну, по приложениям. Еще не пришли. Побегать по приложениям. Сейчас мы перейдем, наверное, на мой основной аккаунт. Я там просто делал с Райза. То есть надо побегать по разным приложениям, посмотреть. Я, честно говоря, не имею на это времени, мне оно нафиг не надо, но вам это будет интересно. Сейчас мы вернемся еще обратно. Я вам просто покажу, что это действительно работает. Просто на телефоне, наверное, удобнее будет. Я на эмуляторе играю, тут куча аккаунтов. И если у вас один аккаунт, вам это все проще будет. В общем, смотрите, заходим сюда. И вот у меня Accumulation Pack 78600. Если вы скажете, это донат, я вам просто покажу, что минимальный донат — это 230 самов, 426 с бонусом придет, это минималка. То есть таким вот образом, по сути, Рома у себя уже собрал. Я вам покажу картинку на этом, на заставочке. Без доната, сколько он собрал. Приложение можете смотреть, писать, пишите в комменты, кто на каких приложениях что забрал. Поехали назад, обратно вернемся, может, туда засчитают. Ну, в общем, это так, я тестово зашел, я просто вам показал пример, как это сделать. Здесь у меня сразу же получилось. Если у вас один аккаунт, то, в принципе, вы без проблем это все сделаете. Может, дали? Не дали. Надо искать приложение по установке. Значит, мы что-то еще не доделали там. Все. Надеюсь, кому-то это поможет. Половина Лиса и Зефир на халяву. Всем удачи. Всем пока.